Гонки на снегоходной технике на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова пройдут на Ринмаре 28 марта. Об этом сообщили на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению соревнований. Уполномоченным учреждением на подготовку и проведение соревнований по-прежнему является детско-юношеский центр «Лидер». Как отметил его руководитель Андрей Федотов, призовой фонд соревнований практически сформирован. Спонсорами гонок стали почти два десятка компаний, в их числе «Башнефть-Полюс», «Тоталь», «Газпромнефть», «Сахалин», «Полярное сияние», «Сбербанк». Генеральный спонсор соревнований компания «Русветпетро» уже сообщила, что ее официальная делегация составит более 30 человек. Место проведения останется прежним – Качгартинская курья. Так же, как и в прошлые годы, на снегоходной технике будут состязаться отдельно женщины, мужчины и ветераны. В этот же день состоятся традиционные гонки на оленьих упряжках.